Ребенка не берет анестезия и ему больно? Да, такое может быть. И вот почему. Первое. Неправильно выбрана методика обезболивания. В стоматологии есть несколько видов анестезии. Первое. Аппликационная. Это когда мажем десну гелем. Вторая. Инфильтрационная. Это когда зону вокруг зуба мы пропитываем анестетиком. Проводниковая анестезия. Когда анестетик нужно ввести прицельно в область того нерва, который нужно выключить. Интралигаментарная. Когда анестетик вводим между зубом и десной, чтобы обезболить зубной корень. Все это сложно и требует от врача глубоких знаний. И второе, почему анестезия может не сработать, это неправильное хранение. Мы в Dental Fantasy храним анестетик строго до 25 градусов, иначе анестезия потеряет свои свойства. Третье. У ребенка большое воспаление. Поэтому при лечении воспаленных зубов мы рекомендуем выпить Нурофен за час до лечения. А уже на приеме, помимо анестезии, мы предложим поверхностную седацию закисью азота с кислородом. Что еще важно? Мы надеваем на пальчик ребенка пульсоксиметр. И если ребенку больно, то он показывает, что у ребенка повышается сердцебиение. И, конечно же, важен сам препарат. Он должен быть оригинальным и самым эффективным. А у вас было такое, что анестезия не брала? Делитесь в комментариях.